Аниптико! Очень-очень жаркий день. В летнее кафе под открытым небом заходит дед Петруха и спрашивает: «Мне бутылочку пива, пожалуйста». Ему отвечают: «А вы знаете, оно на солнце нагрелось». Дед Петруха говорит: «Ничего страшного, я бутылочку тряпочкой перехвачу». Подписываемся и слушаем дальше. Когда от меня ушла старуха, ощущение пустоты в квартире появилось. А как было при ней? Ну, кое-какая мебель у меня еще была. Говорят, что если человек как следует пропотел, считается, что тренировка удалась. Вот интересно, а если я пропотел, пока уже переодевался, можно уже не входить в зал? Да ты успокойся, я тебе говорю. Мать велела малышу хорошенько вымыть лицо. Через минуту малыш кричит: «Мама, а уши относятся к лицу или уже к затылку?» А ты чего курить не пошел вместе со всеми? Я же бросил пару месяцев назад. Вот что ипотека животворящая делает. Липтико! Сегодня в 6:45 по московскому времени на завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе. Дед Петруха идет по городу. Навстречу идет ему Вовочка. Он спрашивает у деда Петрухи: «О, дед Петруха, наконец-то я вас встретил. Когда ты мне долго дашь?» Дед Петруха говорит: «Да я всем отдаю. Всем, кому должен, отдам. Вот начал по списку. На прошлой неделе отдал Авакумову. Вчера отдал Аверкину». Дед Петруха получает мощный удар по морде и падает и говорит: «А вот это вот зря, товарищ Ящерицын». Сейчас полно объявлений, когда пишут: «Отдам хорошие руки собаку или киску». Нет бы кто-нибудь написал: «Отдам хорошую руку свинью 150-250 килограммов». А ежи? Подарил пятачок Винни-Пуху сотовый телефон. На следующий день получил по морде. Пятачок говорит: «За что?» Винни-Пух говорит: «Ты мне говорил, что это сотовый телефон. Я его полчаса ковырял. Ни сот, ни меда». Муж и жена разгадывают кроссворд. Муж считает: «Домашние животные, которые любят поспать, поесть и погулять», и подносит кулак к лицу жены. А кто это сделал? В ресторане спрашивают: «Человек подавился, здесь есть врач?» Его спрашивают: «Врач? Откуда у врача деньги на ресторан?» Подписываемся, кликаем на колокольчик.